Итак, дорогие друзья, товарищи, у нас тут нарисовался интересный контент. Значит, я, в принципе, никогда особо там переписки не показываю, но поскольку человек, с которым мы вели диалог, слился в конце нашего диалога, то есть он меня заблокировал, как бы такой вот, ха -ха, такой изюмчик прикольный, ну, я как бы покажу нашу переписку, о чем мы говорили. Ну, очень такая прикольная ситуация, поэтому там усаживайтесь на свои диванчики, берите вкусняшки и начинаем разбор полета. Значит, смотрите, ситуация была такая, что человек обратился с вопросом по поводу домового сыча. Это там комментарий, где он написал вопрос, и я не понял, о чем он написал. Потом он написал коммент, что у него сыч не ест, то есть не ест. Ну, и я как бы написал ему в личку там, Добрый вечер. Сколько дней не ест? Чем кормите? Если у него травмы, если есть то какие? Ну и где живет? Значит откуда вы? Значит он из Харькова. Сейчас я напишу, траливали. Значит кормит он его грызунами, которых он покупает в магазине. То есть я так общую картину даю. Значит ну и типа пишет, может быть этот диалог тоже кому-то поможет. Я пишу, где берете, в зоомагазине, спрашиваю, какой вес. Потому что почему спрашиваю вес? Потому что очень часто какие-то проблемы со здоровьем крутятся вокруг веса. Потому что первый признак, когда птица заболела, она перестает есть. И когда перестает есть, теряет вес. Ну и естественно есть определенные стандарты, по которым можно понять, там, ну, что с птицей происходит. Ну и в общем 178 грамм вес. А, то есть это, это самка а, ну, захудалая. Почему захудалая? Я там еще насчет, какая подстилка он написал. Ветки опилки подстилка для клетки не подходит такая, опилки, потому что опилки очень легкие, всегда от взмаха крыльев эти, этот, эти опилки разлетаются и превращаются в мусор на полу. Значит, лучше всегда использовать топливные пилеты. Он же кошачий туалет прессованный. Только в магазине, в зоомагазине, когда вы покупаете эти прессованные опилки, они стоят дорого. А в супермаркетах, там в строительном эпицентре, например, или заходите на какие-то интернет-ресурсы от производителей. То есть вы в 5 раз дешевле купите 15-килограммовый мешок, к примеру, стоит около 80 там, или 90 гривен. Ну, примерно может 100 гривен. Ну, то есть в разы дешевле получается. Короче, используйте их. И берите именно светлое древесное, потому что они очень хорошо впитывают вот эти жидкие какашки и пахнут древесиной. Ну, где-то раз в неделю меняете. Значит, короче, подстилка неправильная. Но это не влияет как бы на аппетит. Дальше идем. Я ему предложил <coughs> снять ролик, как выглядит клетка. И он мне сделал скрин как выглядит его клетка, потому что в предыдущих роликах у меня был обзор клетки, и он сделал такой же самый, ну примерно. Значит, дальше. Я насчет спрашиваю питанности, потому что, чтобы более четко определить пол, потому что вот это вот как бы нижняя граница самки. Веса и максимальная граница по весу самца она как бы может завести в заблуждение, самец ли самка. Поэтому прощупывается грудная клетка. Если э, птичка упитанная, такая такой пончик, колобок, значит, это просто упитанный самец. Если же птичка худая и торчит вот эта кость киль это самка. Ну и в общем, по весу, э, то есть она неупитанная. То есть, скорее всего, торчит этот киль, это просто худая самка. И тут как бы. Еще один уточняющий ответ насчет, сколько он мышей ест и какой вес грызуна. Потому что <coughs> очень важный момент, чтобы птичка получала суточную норму. Ну, если мы говорим про домового сыча, самка, нормальный вес самки это 200 грамм. Нормальный вес самца это где-то 160-170 грамм. И получается, что если самка имеет вес, сколько там вес, 178 грамм, значит она, ну 180 грубо говоря, она захудалая, худая, то есть ей нужно добрать вес до 200 грамм. И вот как бы ключевой вопрос, я задаю вопрос, сколько весит мышки, которых вы покупаете, вес 15 грамм, то есть 15 умножаем 2-3, то есть он съедает получается 30-45 грамм в сутки, это Критически, ну скажем так, малая порция это 50% от нормы. Для самки домового сыча э, нормальная суточная порция это 100 грамм еды. Это либо насекомые будут, либо суточные цыплята, либо грызуны. То есть мы суточную норму измеряем не количеством грызунов, потому что, видите, три грызуна он думал, он где-то там в интернете почитал, 2-3 мышки. Но какой вес? 15 грамм получается, видите? То есть это мало. То есть она поэтому и худая, собственно, потому что она не доедает. И еще один вопрос, какая цена 40 гривен грызун. Смотрите, 40 умножаем на 3, 120 гривен в сутки. То есть более 3000 гривен выходит на содержание этого сыча. То есть очень неразумно. Почему? Потому что я в предыдущих роликах всегда рассказывал, что более качественный Корм и безвредный, ну не то чтобы безвредный, не стремный, не опасный. Это суточная цыплята. Один цыпленок стоит 5 гривен. Это если рождественная цена, ну оптовая она там чуть дешевле получается. Там где-то может быть и 4 гривны, и 3.80. Но неважно даже если вы берете по самой максимальной цене 5 гривен, то 3 цыпленка, ну самки надо съесть в сутки 3 цыпленка, это примерно 100-110 грамм. То у вас выходит 15 гривен суточное содержание, но не 120, понимаете? Не, я не знаю, может быть он миллионер, и для него 120 гривен это ни о чем, но я считаю, что, ну, получается, видите, там 8 раз дешевле корм выходит. И при этом качество его как бы считается одним из лучших. Так вот, ну, в общем, 40 гривен, это дорого. Ну, это так, так они так и стоят. То есть, так эта мышка, Которая весит 15 грамм. Это, это подросток. А если мышка весит э, 25-30 грамм, взрослая мышка, она все 50-60 гривен стоит. Понимаете, это на самом деле очень дорогой корм. И, кстати, стрёмный, потому что у вас возникает вопрос сразу, естественно, автоматически по умолчанию. А почему стрёмный? Потому что большинство э, грызунов э, производится, ну, разводится для лабораторных исследований. На них ставятся эксперименты, по инструкции они должны их утилизировать. Но, зная ценовую политику на этих разнов, их зачастую распродают. То есть, закидывают в глубокую заморозку и распродают потом. Ну, тут уже зависит вопрос от этого лаборанта, какие ставились эксперименты. Ну, понимаете, да, потому что последствия. То есть, это кормовый объект, который может причинить вред вашему питомцу из-за того что глубокая заморозка не смогла уничтожить вот эти там все вирусы и бактерии ну смотря какой был эксперимент поставлен да поэтому я считаю что грызуны да это хороший корм но если вы лично его выращиваете вы сами его кормите там ну все процессы да вот соблюдаете правильно тогда это да но когда вы покупаете на стороне это дорого и очень стрёмно, потому что неизвестна судьба происхождения этого грызуна. Такая вот история. Почему я про это рассказываю? Потому что сам раньше покупал грызунов, и у меня дохли от этого птицы, понимаете? Следующий момент. Мышеловки. Нельзя ловить, ну как, если вы хотите поймать грызуна на мышеловку, вы должны понимать, что есть вероятность отравить своего питомца, потому что отрава работает накопительным эффектом. Грызун седает отравленную семочку, и 2-3-4 дня он бегает уже отравленный. Все, вы скормили своей хищной птицы, ваша птица сдохла. Все. Понимаете? Нельзя кормить ловленными грызунами, это очень опасно. Откуда знаю, обратная ситуация. Люди пишут, звонят, ой, у меня, у меня сдохла птичка. А чем кормили? Потому что 90% проблем связанных со смертью, это неправильное кормление. Чем кормили? Решил разнообразить корм, поставил мышеловку. Поймалось 2-3 мышки, скормил, птичка сдохла. Ну, не надо иметь три высших образования, чтобы понять, от чего умер ваш питомец, понимаете, да, и таких историй очень много. В итоге я, э, как бы, ну, хотел э, дать ему консультацию, то есть записать видеоролик, и э, задал ему вопрос, э, как вас зовут, и чувак просто меня заблокировал, понимаете, то есть он, наверное, подумал, что я какую-то там хочу всеобщую глазку сделать и так далее. Я не собирался бы показывать эту личную переписку, вот, но просто так сложилось. Но мне нужно было обратиться к человеку, там, здравствуйте, Николай, там, такая-то такая история, там, в предыдущих роликах есть консультация, где я, ну, как бы озвучиваю имя человека, автора видео сообщение, которое он обратился ко мне, да, я обращаюсь к нему по имени. Я считаю, это нормальная ситуация, но чувак просто слился. Ну, слился и меня заблокировал. Ну, это его, как говорится, проблемы. Не знаю, что он там за бигуди себе накрутил на голове, что он там себе подумал, такого страшного, что я озвучу его имя. Ну, в общем, такая вот прикольная переписка получилась. Ну и фактически консультация уже не для него, а для вас, если есть подобные проблемы. Все, пишите, звоните, все проблемы решаем с птицами.